Всем привет! Сегодня у нас 30 декабря 2016 года. Вот мы поехали тут погулять на Аксапляж. Это вот где видео было, прогулка вдоль канала. Вот это сейчас с другой стороны мы будем на озере. Вот такой. Цивильно все оборудовано. Стояночка. Можно не заходить, а вон вход. Но смысл такой, когда купательный сезон идет, вход платный. А весной, зимой там он бесплатный. Так что можно просто прийти и потусоваться. Единственное неудобство, когда он бесплатный. В 10 открывается, в 5 закрывается. Мини-гольф он там не работает. Так, в общем, тут территория здоровенная, есть разгуляться. Ну вот он, вход. Уже как бы на территорию. Ну, еще карта раз. Побольше. Всякие обозначалки. Ну, первый аттракцион для детей. Да, он первая, короче. Лазилка. Хранитель леса. 6 до 14 лет не лазить с внешней стороны. Вот такой вот тут одноглазый какой-то бандит. Зачем радоваться в парке? Не надо грустить. Да, вот тут такая вот горка. Детям на указатели все равно, они двигаются хаотично по парку. Тут вот большая пирамида написана. Такая достаточно прикольная горка. Блин, осенью, конечно, красотища. Ставил я мелочь лазить, пойду до озера дойду. Там есть такая площадка смотровая. Ну, в общем, ухожено. Ну, дойдем потом до нее. Травка такая пострижена. Тут мангальная зона. С огнетушителем, все дела. Тут бывает, собираемся на шашлыки.
Там за забором вообще что-то частное. Вон на той стороне мы шли. Видео прогулка вдоль канала, там где сейчас рыбаки сидят, там баржа стоит. Вот так вот мы шли и шли. Вон туда. Ну, пляж насыпной. Как бы все искусственное. Ну, тут летом можно катамараны снять. Какой-то технический канал отвода воды, похоже, у них жижа. Мост там сейчас на мост полезем. Лавочки такие тут подходят для любого изгиба спины. Нормально. И на мосту. Сегодня, блин, солнышко, листики желтые, вообще огонь. Не зря выехали. Ну вот это технический канальчик, жижа, вид сверху. Сам пляж. Ну, летом тут, конечно, не продохнуть. Там туалет, кабиночки, какая-то харчевня. Ну, а зимой вот так вот тут причесали пляж. Купаться нельзя, нарисовали. Ну, как-то так. Тут так пост со спасателями, типа, блин. Все. Еще бы заплатно не было бы спасателей. Зенит, цветочки. Облом, товарищи, хотел я на ту вышку слазить. Обозревательную. Но тут он загородили. Видимо, чтоб без присмотра не лазили. Ну ладно. Сойдет и так. Так, что там по указателям у нас? Терра мультиспор, короче. Для спорта. Мы под деревом сидели, блин. Ну, это вот площадка для народного развлечения французского. Шарика не кидают, металлический. Питанг называется. Вот тут можно побаловаться. Вот она, эта площадка. Спортивная, мультифункциональная. Значит, захотел баскетбол, поиграл, захотел футбол. Нормально. А все, дальше идти некуда, это конец. Дальше вон лес. Пойдем мелких искать своих. Прикольно так вот солнышко делает. Красота. Корабль у них тут такой получился. Почти летящий.
Выглядит здоровско. Хрюндель бежит. Сабантуй можно устраивать, куда какая-то столовка. Давай, давай, не упади только. Мы идем на площадку, я просто срезал путь. Ты срезал путь просто? Молодец. Водяк пошел обезьянничать, там такая сетка натянута нормально. Сейчас пойдем глянем. Обезьяны. Хрюндель. Водяк. Помаши рукой хоть. Молодец. Нормальное сокрушение. Нормально. Отдыхаем. Вода отличная. Что тут у нас здесь? Маленькая ферма с 2 до 7 лет. Ну тут, в принципе, можно поковыряться. Трактор есть. Прикольно. Вид красивый. Все небо в самолетах. Вообще он какой-то поместье на горе, он там вдалеке. Нормально. Вот тут для самых маленьких. Избушка на курьих ножках. Oh!
очень странное сооружение. Я тебя слепил из того, что было. Вот это то ли улиточка, то ли, блин, какой-то трактор. Вроде на улиточку похож. Ну все. Решили мы домой собираться. Погуляли. Идем на выход. Ну вот так мы сегодня погуляли, народ. Парки. Всем спасибо за просмотр. Ну и до скорого.